Взрыв был такой силы, что во всех окнах квартиры оказались разбиты стекла. Более того, от взрывной волны целиком вылетела балконная рама вместе с занавесками и гординами. Все члены семьи, которые в этот момент находились в комнатах, получили различные порезы. Царапина. А вы пострадали, еще кто-то, да, кроме вас? Супругу задел, ребенка задел осколком. 11-летнего ребенка отправили в ДРКБ. Вместе с ним в больницу поехала и раненая мать. Глава семейства остался на месте, чтобы объяснить сотрудникам оперативных служб, что именно произошло. Вы его включили, и он сразу бабахнул, что ли? Нет, что, неделю работал. Установлено в мастерами или сами установили? Да, он старый был. А там что-то не сработало, что ли? Может, автоматик, похоже, не сработал от возраста просто. Больше 10 лет назад хозяева установили на кухне электрический водонагреватель. Пользовались прибором редко, лишь когда коммунальщики отключали горячую воду. По всей видимости, бойлер давно не проходил техобслуживание и оказался неисправным. Не сработала система безопасности, и 15-литровый котел, в котором под высоким давлением находилась вода, разорвало на части. Все, что осталось от устройства, увезли на экспертизу. Равиль Сайганов, Альберт Доминов, Артем Агалаков, Эфир 24.